Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очень интересное и полезное видео «Как утеплиться универсально». Вы знаете, что крыша дома – это есть очень важный элемент, и утеплять его надо очень тщательно, так как в дальнейшем это вам сэкономит энергозатраты на утепление. Итак, друзья, так выглядит классическое утепление крыши, но с правильным подходом, с перехлестом слоев. Дальше по классике она утепляется гидроизоляцией, чтобы пар не проходил и вата не напитывалась влагой. Мы взяли специально отражающий, который хорошо отражает тепло в середину и дополнительно сохраняется тепло. Приблизительно на 30% больше, если с таким отражающим подходом. Отражающим эффектом. И так мы бы его это все и оставили. Но во время утепления мы заметили такой момент, что когда вот в таком порядке мы оставили утепление крыши, то когда мы заходили в дом, температура, она очень быстро уходила. Очень быстро понижалась температура в доме. И мы думали, чтобы еще такое применить, чтобы коэффициент тепла он был выше и сохранялся дольше. И мы подумали использовать вот такой теплоизол, который подстеляется под ламинат. И мы его решили наложить на эту вату. Сейчас я отойду подальше. После того, как мы утеплили крышу дома во внутреннем помещении, сейчас мы с вами находимся на чердаке, то мы заметили, что тепло в доме стало сохраняться на более длительное время, и протапливать дом стало более легче, так как мы протапливали 2 раза в сутки в морозы, а сейчас мы протапливаем всего лишь 1 раз, и нам этого на сутки хватает. Итак, смотрите, после 2 слоев минеральной ваты, 15-ки и 5-ки, мы застилаем слой теплоизола. Вот в таком порядке. А поверху теплоизола тогда даем гидроизоляцию с отражающим эффектом. Поэтому тепло в доме сохраняется на долгое время. И зима уже не есть такой проблемой, что постоянно нужно думать, что надо протапливать, сохранять тепло. Итак, друзья, используйте наш лайфхак, и ваш дом всегда будет в тепле. Пока!